Я не знаю, еще где-нибудь в мире вообще во дворе жилых домов строят газовые заправки. Вот уже скоро будет. Просто вот в 100 метрах от квартиры. Город Воронеж, улица Ленинский проспект, 215. Тут сейчас новостройка 215В покажу. Вот она, детская площадка новая, там территория дома. А вот за этим алюминиевым забором у нас строится газовая заправка автомобильная. Очень, очень хорошее соседство, я считаю, особенно возле детской площадки. Класс. Молодцы, ребята.